Сегодня муж опять притащил кучу пластинок. Вот я их даже допереть не могу с коридора. Тут я не знаю, сколько штук. Наверное, штук 30, может 40. Ну, очень много. Это он опять съездил к этому Андре. Ну, это давно же было. Ну, да, но притащил-то сегодня. Да. Вот, и сейчас я буду смотреть, что это за пластинки, и всем показывать. Симфония номер 9. Большими красными буквами написано. Чья? Шуберт. Шуберт. Супер. Симфония номер 9. Шикарно. Сегодня же ставим, да. Так, дальше идем. 4 времени года. Вивальди. Супер. Тоже сегодня ставим. Тоже сегодня ставим. Чайковский. Большой театр московский. Тут, я так поняла, кусочки вот есть из «Лебединого озера», да? Из «Щелкунчика», да? Две. Тоже сегодня ставим. Так. Сегодня замучишься. Гендель. 13-й концерт. Прекрасно. Георг Генгель. Ты знаешь, я тебе скажу, в первом классе музыкальную школу его сарабанду играла. Бах! Супер! Бетховен. Симфония номер 3. Героика. Вот пятая у него, так судьба стучится в дверь, да? Та-та-та-там, та-та-та-там. А это третья, но тоже это хорошая. Тоже сегодня ставим. Так, Ван Клибер. Это же вообще, это мама, ее молодость, это самый лучший пианист. Играет Шопена и Прокофьева. Прокофьева, нашего Прокофьева. Так, танцевальная музыка из раннего барокко. Ну, это я не знаю, будем ли мы это сегодня слушать, вряд ли. Так, что это такое? Молдавские мелодии? Да. Ты что взял молдавские мелодии? Славянские танцы. А, так это Дворжика. Да. Ну, классно. Классно, классно. Так, это что такое? Ленинградская филармония? Да. Как она могла здесь оказаться? Не спрашивай меня. Чайковский. Симфония номер 6. Ничего себе. Немцы что слушают? Бетховен. Соната для скрипки с оркестром, я так поняла. Давид Ойстрах. Вау. Вау, вау, вау. Так, это, я не знаю, что ты такое взял. Это сам... тоже Перельман. Это скрипичная. Ага, ты думаешь, что это интересно будет, да? Я думаю, да. Во всяком случае. Посмотрим. Он отлично на скрипке играет. Да. Так, какая-то весенняя кантата. Да, кого? Телемана. Да. Ой, Телемана я тоже обожаю. Правда? Георг Телеман, конечно. Никогда не слышал. Ты что, в детской музыкальной школе это вот именно их играют. Их. Да, их произведения. Они вот... Там много у тебя их еще? Да, конечно, это только третья часть. Ты примерно считаешь? Джузеппе Верди, Аида. Представляешь? Ой, как здорово. Дальше. Так. Ты пластинки показывай, чтобы видно было. Какой-то... опять Бах. И здесь кантата и какой-то клавир, что ли. Угу. Кантата, кантата. Мне картинка понравилась. Картинка. Так, какой-то музыкальный церемониал. Церемониальная музыка. Угу. Это историческая антология музыки. Вот так. Я решил взять. Ну, я думаю, тоже интересно будет. Бах опять. Токата, адажио, фуга. Посмотрим. Там у нее одно и то же произведение, несколько пластинок было. Вот. Мне так удивительно Моцарт. Это было. А это... Опять Чайковский? Да, Чайковский. Угу. Петр Чайковский написано. Петр. Да.
Как будто немецкий композитор. Как Тургенев себя назвал немецким писателем. Так этот немецкий композитор. Травиата! Джузеппе Верди. Прекрасно. Так. Это что такое? Понятия не имею. Не помнишь? Нет. А, Равель, кстати, написано. Равель, да? Да. Так что это, может, там Болеро. Так, Пётр и Вольф. Сергей Прокофьев, Петя и Волк. А, супер. Так. Это что такое? Римский-Корсаков. Прекрасно. Снегурочка, наверное, да? Шахерезада же это. Шахерезада? Это разве на Снегурочку похоже? Ну, я не знаю у Римского-Корсакова Шахерезаду. Ну, не знаю. Так, концерт для клавира и оркестра. Этерна. Какая-то пластиночка такая маленькая. Угу. Еще одна маленькая. Венгерские танцы. Это Брамс. Это нам известно. 8-й венгерский танец. Так, это Грик. Ой, обожаю Эдварда Грика. Какие шедевры. Это опять Брамс. Классно. Это Дворжик. Вот так. Это песни, романтические песни. Сопрано, лист, клавир. Лист я вижу. Корнелиус написано. Да, лист и еще кто-то. Угу. Моцарт. Волшебная скрипка. Волшебная вторая. Волшебная флейта. Ну, хорошо. Флёты. Да. Александр Лазарев. Чайков. Пётр Чайковский. Так вообще по-русски написано. Да, по-русски написано. Это мелодия фирмы. Насколько ничего ты видишь. Себе, как это она притащила эту пластинку? Где она ее взяла? Продавали, видимо, на экспорт. Угу. Гайден. Какие-то концерты. Ну, тут классики набрал, офигеть. Так. Это, что это такое? Верди, да? Это Верди. Бетховен. О, это симфония номер 5. Классно. Бум-бум-бум-бум. Давид Ойстрах. Прекрасно. Так, кто это? Кул Ганг. Это уже пошла попса. Попса, понятно. У меня уже руки это в пыли. Так, это вроде что-то знакомое. Да, у нас было. У нас есть такое. Угу. Я просто второй взял. Второму разу взял. Да, думаю, пускай будет. Так. Вдруг я поменяю это на что-то. Это что такое? Бит какой-то, я понятия не имею. Бронский бит. Это что? Ночь в Бангкоке. Да. Не знаю, что это такое. И это кто такой? Так. Английские какие-то. Английские хиты. Хиты, да. 20 штук оригинальных хитов. И последнее, Гендель. Отлично. Да. Ну, что я могу сказать? Надо оценить твой выбор как замечательный. Молодец, мне все нравится. Сегодня у нас будет вечер музыки. Всем привет из Мюнхена.